Me, a god. Versus you, a piece of shit. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, мы продолжаем проходить брутальнейший, жестокейший и шикарнейший Devil May Cry. На этот раз у нас на очереди миссия 16 под названием «План», погнали! В последней миссии мы так шикарно угнали на машине, после того, как так отстойно нас Вергилий подставил, говнюк! Что с тобой не так, Вергилий? So the Hellgate is the main source of Mundus's power. It can only be reached from his chamber. You must break into the chamber and close the Hellgate. Mundus is still weak from his last outburst. This is your chance to defeat him. Mundus doesn't know that Virgil is Nephilim. We can use that to our advantage. There's a back door into the tower located here. Virgil, you must reach the security room undetected. So Dante, you will create a distraction here. Hey guys! You looking for a fight? Here I am. Just like your father. Too big for your fucking boots. Me, a god. Versus you, a piece of shit. Самодовольная мразь. Посмотрим, на что ты способен. Воу! Нифига себе! Ты чё, космический корабль, блин? Оу! Нифига ж, мать его, себе! Ох ты! Ещё нужно, чтобы Мундус меня не увидел. Вот это жесть! Ладно. Фу, погнали! Погнали, погнали. Погнали. Бум! Бум! Пролетели. Нифига, нифига там чуть не упал. Вот это жесть. Вот это жестко. Давай. Бум! 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 Класс. Давай, 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 летим, 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 летим. И долетаем. Шикарно. Окружен. Это еще что за девочка? Элитное адское отродье. Ах ты мразь. Обрубить вас всех, сволочей. Да, вот так, вот это другое дело. Вот это я понимаю. Вот это я уже понимаю, настоящая вещь. Вот и ведьмочку мы сейчас подрубили, подрубили хорошенечко. Бам! Для развлечения еще дробовичком и порубим еще кулачком. Просто превосходно. Ух ты, сволочь! Эй, шипы! Ух ты, ёлки-палки! Я не знал, что она так может взрываться. Вот ты жестокая тётка, слушай! Нифига себе! Давай, 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 давай! Эй, 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 только, только не снизу нас, ничем не руби! Вот так, вот так. Бах, полетело. Ну давай, Вергилий, твой ход. Надеюсь, опять нас не подставишь. Остановить его. Нифига себе. Прорвись к главному входу, пока он не запечатан. Жесть какая-то, слушайте. 17, 16.
Давай, давай. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ух! Успел. Фу, как всегда, на последней секунде у меня все. О нет, мечтатель. Наконец-то ты нам представился, гад. Ух ты, ёлки-палки. Давай, свою элитную атаку, мразь. Давай, делай, делай свою атаку. Промазал. А теперь моя очередь. Опа, не попал. На, на, на. Ух ты, там сверху личинка. Ах ты, мразь. Все, говно, я из-за тебя отвлекся на личинку. На, на, на. Ха, не попал, не попал. Зато можно любую атаку его прервать выстрелом. Блин, опять он. Давай, давай, мразь. На, на, на. На, на, на. Ах ты сволочь. Вот ты и попался, говнюк. Да. Красавец. О, еще одна личинка. Фух, еще немножечко здоровья. Мы прямо, прям подполнились под самую макушку. Ну с одним-то с ним сражаться еще ладно, но вот с двумя. А я чувствую, так и будет. Давай, Вергилий, работай лучше. Come to me, Данте. If you can, I'll be waiting for you. Че у тебя с глазом? Там камера, что ли? Что за звуки? Тихо. Так, улучшение. 4 улучшения. Давайте что-нибудь улучшать. Воскресший. Фейерверк. Space плюс. Расправьтесь с окружающими. Ну, давайте фейерверки возьмем оба. Классная вещь, конечно. А квили нашей что мы возьмем? Ну, это в воздухе. Калибр, это Q плюс F в воздухе. Торнадо на земле. Держите Q плюс левую кнопку. Туз король. Это мы не делали еще пока. Да и что-то мне как-то и не хочется. Эрикс, 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 слэм. На земле это комбо просто, да? Е плюс, ну Е-то понятно, плюс что. Потом просто с паузы, вскрытие. Это мы тоже делали. Так, топа 2 единицы. 2 единицы, ну это, да, давайте вскрытие еще возьмем. И арбитр, я что-то, конечно, не хочу в арбитру брать. Так, смертельный виток мне тоже не нравится. Вот рулетку, конечно, в воздухе, но тут опять с паузой эта тема, она меня так раздражает, честно. Совсем даже не хочется ее брать. Спрыгивание, может быть, взять, не знаю, нужно оно нам вообще, не нужно. Может, и бы не Найвори, но мы им не пользуемся, конечно, хотя, наверное, стоило бы. Space плюс левая кнопка в воздухе, обратный ливень. Не знаю, не знаю, давайте возьмем спрыгивание, может, оно нам понравится даже, а может и не понравится, хрен его знает. Так, посмотрим, что у нас с предметами. Золотую сферу 1300, блин, да мы никогда в жизни столько не накопим, жесть какая-то. Ладно, хрен с ним. Все, погнали. Так, тут у нас что за дверка? А там чего? А, там ничего. Пойдемте сюда, пока сходим. Здесь что-то должно быть. Не знаю, что, правда. Кроме личинок. О, душенька у нас тут есть. Тоже неплохо. Вот это классная вещь. Просто на халяву нам дали.
Ну, видимо, потому что нам и так жестковато тут придется. Что ж, вперед! Вперед в лифт! О, мы, наверное, даже бегать. А, нет, нельзя. Да, не, можно походить. 86-й этаж, 87-й. Почему не 66-й? Было бы в тему. You good, brother? Yeah, good. Here you'll split. Dante, make your way to the east wing. Virgil, you will make your way to the west wing, or you'll find the main server room. Good luck. You too. Тебе тоже, Вергилий, смотри, какую-нибудь дурость опять не замути, засранец. Dante, you will have to cross a sky bridge to get into the east wing. You will find the sky bridge along this path. Воу, как классно все нарисовано только что было. Да, эффекты шикарные. He'll clear the way for you. Он расчистит путь для меня? Ничего себе. Ну, надеюсь, что так и будет. Кстати, вон еще черепки адского курка нам стали появляться. Тоже нам стали их давать вместе с этими, с личиночками. Иногда вываливаются обычно красные, но иногда и у нас и фиолетовые выскакивают. Что-то адский курок не получалось у меня использовать. Наверное, там точно C плюс Z придется использовать. Давай, давай, давай! Давай, врубай вас всех! Вот это я понимаю! Вот это настоящая драчка! Вот это то, что надо! Да, прям в лицо тебе, говнюк! Вах, как классно нарисовано! А если я тут... Нифига себе, да там лазеры одни сплошные. Вот жесть. Так, тут личиночки еще. Сейчас все пособираем. Все нам нужно в нашем хозяйстве. Так, а это что, Resident Evil, блин? Security going into the east wing is tight. You'll find yourself blocked. So don't try to cross it just yet. Ох, только не говорите, что они сейчас будут исчезать потихонечку. Или Вергилий там будет мудрить. А я должен буду уклоняться. Это будет совсем отстойно. Просто выключи их все и сразу, ладно? О, отлично. Прошли. Ух ты, что тут происходит? Охренеть! Вот что с вами будет, если будете долго работать в офисе. Совет для продвинутых игроков. Пинг-понг! Мечтатель может парировать атаки Данте на его расстоянии, возвращая заряды обратно в него. Но вы можете вернуть их снова с помощью хорошо рассчитанного по времени удара. Так вот как. Так вот какой-то корпоративный ад. Что-то я не понял. А это еще что за мразина здесь у нас? Иди сюда! Иди сюда! Давай, мразь! Это промазал! Эй, сволочь такая! Ты сволочь такая! Так, где эти? Пафосов больше нету, этих гадов? Да не попадешь ты! Ух ты, сволочь! Какая жесть, а! Давай, промазал ты опять. Опа! И в спину прямо тебе. Тройной мой удар. Сочный. Ух ты, гад! Блин. В прошлый раз я убивал такого, как ты, намного проще это было. Сейчас просто жесть какая-то. Давай, давай, давай. Опа! На, на, на! Воу, воу, воу! На! Вот это жестко! Брутально, брутальненько! Ух ты, ёлки-палки! Воу!
На, на! Вот так! Фух! Ушел довольный. Где зеленые личинки? Ну вы что? Как вы можете оставить меня без зеленых личинок? Что-то тут было написано, я пропустил. Sorry. Воу-воу-воу-воу, не смей меня так пугать, хрень. Вот еще, чуть не прибило меня. Так, что, куда дальше, не понимаю. Куда тут дальше? Зачем нам сюда? Здесь не пройти. Так, что, что, я не понял. Блин, я пропустил, что нам говорила Кэт. А-а-а. Вот сюда нам? Понятно. Так, можем мы пробить эту фигню? Нет, не можем. Странно, стекло пробить не можем. Ну что это за слабость-то такая, а? Так, а дальше куда? Ага, вот сюда. Ну давай, 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 Данте. Ух, ё-моё. Ты сволочи, как вы меня достали все. На, на, на. Ты сволочь. Да вы охренели, что ли, совсем? На, на, на. На, 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 на. На, 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 на. Мразина, получай. Фу, хоть хпшки нам чуть-чуть дала. Просто жесть. Дайте мне зеленую-то. Дайте зеленую личиночку. Ну чё вы, не жмитесь. Чё, я ради пауков сюда зашел, что ли? Чё это за фигня? Чё это за фигня, я не понимаю. Что, здесь ничего нету, кроме пауков галимых? Блин, хоть бы дали зеленую личинку. Ну что за... Что за нелюди-то? У, нифига себе, это что такое? Ах ты, сволочные коробки. Это, видимо, тоже у нас тут какой-то мини-секретик такой. И все ради паучков, что ли? Блин, ну а личиночку? Ну зелененькую, ну, ребят. Ну не серьезно это. Ну что ж, дорогие друзья, уровень у нас немножко затянулся, поэтому на этом я завершу прохождение этой части этого уровня. Встретимся в следующей части и продолжим подниматься в башню этого поганого демона и наконец-то разберемся с ним. Ну что же, на этом у меня все. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка под видео. Всем спасибо и до следующей миссии.